столице Индонезии 10 тысяч мусульман участвуют в акции протестов против губернатора Джакарты. Одетые в белые люди двигаются по самой большой в Юго-Восточной Азии мечети к президентскому дворцу. Городоначальника обвиняют в кощунственных высказываниях по поводу Корана и требуют заключить его в тюрьму. Акция проходит мирно и упорядоченно, однако полиция Индонезии разместила на улицах столицы технику специальную. Индонезия является самой густонаселенной мусульманской страной в мире. Большинство жителей, однако, исповедуют умеренные формы ислама. И такие массовые выступления здесь – это редкость. Накануне посольство России в стране рекомендовало находящимся здесь россиянам проявлять повышенную осторожность и бдительность.